Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровый понедельник и дал согласие на назначение ряда руководителей на новые должности в разных регионах Беларуси. Среди прочих назначений в Брестской области новый председатель областного исполнительного комитета. На эту должность согласован Петр Пархомчик, который до этого работал заместителем премьер-министра Беларуси. Петр Александрович родился в Минске в 1957 году, окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства, а также Академию управления при президенте Республики Беларусь. С 2020 по 2022 годы работал на должности министра промышленности Республики Беларусь. Является автором ряда научных трудов по машиностроению.